коренных народов севера Красноярского края. Я представляю. Добрый день, уважаемая госпожа председатель. Добрый день, уважаемые участники форума. Я представляю Ассоциацию коренных малочисленных народов севера Красноярского края, которая входит в состав Российской ассоциации коренных народов, объединяющая 40 наших малочисленных народов. К мандату постоянного форума относится информирование по вопросам прав коренных народов всех заинтересованных участников. Для этого форум должен обладать полной и объективной информацией о состоянии дел в социокультурных регионах мира. В том числе благодаря членам форума осуществляется взаимодействие и с коренными народами, и с государствами. Взаимодействие наиболее эффективно, когда строится на взаимном доверии, а члены форума обладают компетенциями экспертными, прежде всего, и способны прежде всего на беспристрастную экспертизу. Для обеспечения необходимого баланса один эксперт назначается от правительств, а второй от коренных народов. В нашем социокультурном регионе член форума, номинированный от государства Украина, занимает открытую антироссийскую позицию. К сожалению, мы не видим его ориентированность на конструктивные взаимодействия. А открытые выпады против России говорят о том, что вряд ли сложатся эффективные взаимодействия и консультирования на этом уровне. Мы же, представители коренных народов, в этой части также не можем эффективно взаимодействовать с этим представителем. По поводу второго эксперта социокультурного региона, номинированного от коренных народов, было сделано открытое заявление 40 лидеров региональных ассоциаций коренных народов России, которые высказывали озабоченность транспарентностью процесса и принятым решением председателя КОСОС о его назначении. Мы являемся сетью всех региональных ассоциаций коренных народов России. Мы формируем свои органы управления на общенародных съездах и имеем прозрачную систему членства. Как правило, все предыдущие годы мы участвовали в процессе консультаций, когда номинировались члены постоянного форума. К сожалению, за последние годы мы отмечаем, что транспарентность при выборах членов форума значительно снизилась. Мы заинтересованы в том, чтобы все члены форума, как независимые эксперты, прилагали усилия для построения эффективного диалога и конструктивного диалога, невзирая ни на какие обстоятельства мира или войны, закрытости государства или открытости государства. Спасибо. I think that